В общем, всем привет, ребят. Я хотел бы вам проверить мою группу ВК по КДС. Она вот не так давно появилась. Осталось неделя и исполнится месяц. Вот, да, 19 мая я ее создал. И тут, в общем-то, много чего присутствует. Вот, тут есть статья из Википедии. Тут полно всего уже. Вот, эту аватарку мой дизайнер сделал. Здесь вы можете найти вот стикер по КДС сейчас в разработке. И много чего еще. Вот, сборник пока разрабатывается. Вот. Также тут даже шапка есть. Да тут всего полно. Можно просто вот на вот эту кнопку нажать и связаться. У нас тут также есть, блин, залагала свой интернет-магазин. Ой. Я вышел специально. Тут залагала, блин, ВК. Давайте перезапустим, а то там... Я просто хотел показать то, что там есть интернет-магазин с интересными товарами достаточно. Вот, сейчас перезапустится. Я на паузу поставлю. Ну вот, в общем, смотрите, тут есть у меня даже небольшой интернет-магазинчик. Вот, 4 товара. И вот тут можно заказать, кроме редактора гейм-модерки, также аватарку в стиле КДС. Создание мода на КДС вот за 300 рублей с изменением скрипта и уровня. Вот. Тут я прикрепил просто превьюшку. Значит, ссылка на... Вот также тут есть прайс-лист. Реклама достаточно тяжелая. И там, и на этой группе уже 62 подписчика. Вот. И друзей тут 18 у меня. Да, тут много всего. Но это не накрутка. Я не знаю, почему тут люди подписались и их всех забанили. Андервуд, Анатолия. Тут все почему-то английские имена, они все забанили. Вот даже я какого-то мусульманина встретил. Но я... Но... Не волнуйтесь, если вы мусульманин, я не пытаюсь оскорбить вашу веру. Я это просто сказал. В общем, ссылка на группу, как я уже сказал, будет в описании, да. Ну, а всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока.